Если помните, был такой в 70-е годы замечательный такой, такая песенка была, там одни существительные, из одних существительных составлена песня «Вся человеческая жизнь». Там. И вот я на втором курсе написал вот это. Значит, то же самое называется «Существительные». Первый курс. «Перекладина и снег, кашель, вшивник, сека, бег, стой, назад, отставить, нет, интеграл, апологет, голод, комбижиров курс, сон повсюду, первый курс». Второй курс. «Скатка, кружка, автомат, грязь, лопата, ров, накат, Громашинский, до весны, снова сека, лекции, сны, физзарядка и подъезд, курс второй, портвейн, отъезд». Третий курс. «Опоздание, справка, корь, головная та же боль, самоход и самолет, на Неве темнеет лед, третий курс, не важен бал, лишь бы отпуск не пропал». Четвертый курс. Белоостровская. «Тараканы и клопы, Хо-Ши-Мин, носки, супы, вобла, пиво, сушки, раки, джинсы, девки и кабати, стажировка, полулитровка, курс четвертый, подготовка». Да, ну вы помните тропа Хо-Ши-Мина, да, это замечательный такой путь, который проходил наше 12-этажное общежитие, рядом с ним 9-этажное общежитие женатиков, по лестнице поднимаемся на 9-й этаж, ночью в лютый холод, минус 20, с магнитофоном «Маяк-202», катушечным весом 16,5 килограммов, с девушками, с ящиком портвейна, в шинели, в сапогах, без всякого снаряжения альпинистского, без веревок, без кошек, без страховки, 3 этажа вверх, потому что здесь подъезды все заложены кирпичом. И только на нашем замечательном 12 этаже, где проживал ваш покорный слуга, было открыто окошко. Никто никогда не падал, ничего не теряли, никаких магнитофонов не роняли, и все было прекрасно и замечательно. Девушки, тропа Хо-Ши-Мина. Да, девушек были, почему? Были. Да, у меня даже песня была. Да. Пятый курс. Пятый курс. Ну, отстойник или Париж. Самоподготовьте тишь, распечаток Эверест и очередной партсъезд, толстый цветной конспект, Невский праздничный проспект и дипломная палата, и огромные плакаты, представление, доклад, щелкнул фотоаппарат и распределение день, белой ночи в небе тень, до свидания, Ленинград, новой встречи буду рад, Малина, Москва, УДА, лейтенантская звезда. Да.